N4UE, а я уже заебался ходить по собеседованиям. В неделю от 4 до 10 собеседований, единственное в пылесос взяли в колл-центр. Но я не захотел. А я думаю продавать пылесосы, там, которые на все случаи жизни. Блин, что-то как-то тут, как будто управление поотзывчивее. Мой брат двоюродный в эту херню записался, пытался моей матушке это говно впарить, говорит, что долбанулся, что ли? 15 тысяч, блин. Кс-кс-фачус-кс-кс. Мне предлагали продавцом в Алкомаркет. Но я с математикой не дружу. Уж это лучше корабей потаскаю. А что там? Корабки. Там... А по телеку продолжают пиздеть, что безработицы нет. И mm-hmm. все в стране заебись. Ну да, Медведев такую чудную шутку озвучил, блин. Было у нас все безработица. Решено. Блин! О, он исчезает. Блин, то что ли запилим скорее? Амру. Ну там не продавать, а скорее вчухивать показы, курятник. Только а. Телефон и зеркало перед тобой. Ну, понял. А вчера сказали, что россияне стали жить на полгода дольше. Да. Я, Антоха, плохо считаю. Даже с калькулятором. N4UE. А кто по образованию? Логист, по-моему. Бабы по 75. А мужики по 65 лет. Да, наверное, пачка чуваков умерла, блин, после Нового года. А сейчас у народа денег нет, нечего пропивать, блин. Вот и уменьшилась смертность, блин. А, ну хотя еще эти, как их, алкобутылочки вот эти запретили, может быть, из-за этого. Кс-к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 с-
У меня что-то как-то расплывчатая должность. На какой хоть предмет упор делаешь? Ну да, боярышник. Н4В. Механик типа. Боярышник. Какие, блин? Кс-кс, фачус, кс-кс. Экономист. Ну я, у меня первое образование управление персоналом, потом на этой платформе, короче, пошел на ускоренное. Н4В. Экономист. Экономист, ты не умеешь считать? Ай, блин, думаю, достань сейчас типа. Бывает, но не умеют. Ох ты ж, блин. Сильно, блин. Пытался провернуть. Сдохнуть, мать. А, ну вот это... Что я там говорил? Управление персоналом. Мушкач, что ли? Думаю. Кс-кс, фачус, кс-кс. Экономист от слова экономия. Наверное, говорит. Просто тупо не считаешь, а зажимаешь. Что за гмушка, хрен даже не пойму, что про это говоришь. Ну вот это потом мне на экономику прошу. Коллега. Пошел. Закончил. Кс-кс, фачус, кс-кс. А когда тебе дают 500 и куча позиций, которые надо вычислить вот тут, папа. После направили меня, когда уже на работу устроился. А, работал сначала этим сервисным инженером в компьютерной программе. Этой компьютерной фирмы программе. Ну, потом, ну, почти год отработал, запарил, уволился. Пошел, нашел нормальную контору. Там устроился, там мы направили на курсы диспетчеризации. Вот этот уфимский государственный технический. Вот его закончил, и потом через год еще направили в этот... там, кстати, его со спины валить проще. Со спины? Да и хрен. Я так, как помню, примерно играл.
Почти моментально. Да, ну, буду знать. И этот сам ГТУ, эксплуатация ГНП, газонефтепроводов. Ну и все, пока больше ничего. А, ну там помимо еще курочки всякие там. Не знаю, 4-5, по-моему. Там анализ ГВС, корка. Потом этот дело производитель у меня корка есть. Еще этот, я не знаю, как там, удостоверение, что ли, или свидетельство о том, что закончил курсы по вводу текста или типовым методом, что как так называется. В общем, набор текста, несмотря на клаву. А что еще там? Ну, еще что-то я уже не помню. Ах вы, блин. Это. Робот будет ходячим. Так, сейчас он там нет, по-моему. Нет, нет. О. Вдох. Ой, блин, вот это я помню. Нафига мне здесь это? Ай, блин. А, это не телефон. Это, наверное, только по одной, да, линии уходит подземный полностью. Сейчас забуду себе внук. А, этот суперкомпьютер. Я уже подумываю пойти на биржу труда отметиться. Может, там чего предложат. Ну, кто-то он ничего не предложит, но хотя бы там будет копейки не платить. Эмру, если опыт от полгода 4К платить будут. Да? Готов пойти на завод гайки крутить. Я тут два раза был на бирже труда. И все два раза с дружбанами ходил, когда они регистрировались там. Сами. Ой, блин, сейчас вот тут пузырики воздушные. Я сегодня видел жуткий стрим. Америкос стримил тот детский сериал про могучих рейнджеров. И зрителей было, внимание, 40 300 человек. Ой, да это не может быть столько. Какого? 40 тысяч. Я не знаю, может быть какой-нибудь там распиаренный, блин, хрен. Но реальных там, наверное, человек 800, наверное, будет. 40 тысяч, там, какую-то там игру. Олдскульную, не поверю, буду смотреть. Или она более-менее новая. N4V. Иди проституткой, про полгода тебе писал. Счет забыл, что не твой стрим. Мастер, наверное, зашел на стрим PewDiePie. Кто такой? PewDiePie еще не. Переводится как красивый этот пирожок, что ли? PewDiePie. Кс-кс-фочус-кс-кс. Вот нет. Никогда не буду продаваться. Да, надо быть выше этого. Не, ну в какой-то степени ссылка. Мы продаемся, когда идем на работу. Продаем свои умения, знания и так далее. Здесь что там? А, ну чувака, что ли?
как-то воспримем. N4V. Ну и Коди Галлоп. Ну ладно, не дадим инфори голдов иметь. Кс-кс, фочу, кс-кс, похожу. А у меня пока девушка работает. Есть доход, значит, да? У меня, кстати, жена тоже с месяца три пошла работать. Ну, блин, далековато от дома он живет. Я думаю, у него, наверное, процентов 50 до заработка, который он получает, сливает на проезд и на хавку. Ой, блин, люстра тут херва. Я уже не помню, как... А, вот, справа. Я найду работу. Рано или поздно кто-нибудь возьмет. Может, девушку поищешь, что в каком фокус с работой. И дальше будешь стримить. Отличный, по-моему, вариант. Фокус, что ты не стримишь? Вообще в топище стример был бы. Нажрался и сидишь. Рубаешь. Пропадай, говно. Ай, блин, он запрыгнул. Ты хотят моей смерти, что ли? Пока да. Ну, чувак. О, это. Вот, о. Я так не могу. Девушку надо обеспечивать. А я себя сам обеспечить не могу. Ой, да ладно, ты чё? По старым правилам живёшь. Я, блин, дохренища знаю народу, с которым мне приходилось там сталкиваться. И, блядь, большинство из них тёлку ищут, блин, не с сиськами и жопой, а с деньгами, блин. Ну или хотя бы со связями. Хотя я примерно как твоего уже мнение. Это так не могу, в принципе. Ну, чуваки могут. Кот. Я знаю одного кента, блин. Он ради карьерного роста, блин, надо. Не могу заниматься. Так. Вот вы и так воспитали. Ну. Я тоже так. Умные люди. N4V. Я тоже себя обеспечить не могу. Поэтому девушку для этих целей подключи. Ой, сейчас, блин, там червяки будут лазить, по-моему. Не очень вот этот люблю уровень. Сейчас я тут вздыхаю. Да. Ну вот, короче, женился ради карьерного роста. Сейчас уже в Самару переехал. Он работает. Замгенераля. Сам знаю кучу случаев, когда чуваки спецом брюхатили девок с богатыми родителями. Да ё-моё, две жизни уже. Главное, чтоб USB не подвел. Две жизни, ну, твою мать. Ой, ё-моё, сейчас вот эти вот кайды, блин, какули
выскакивать. Твою ж мать. Ну хоть, блин, резко не пропадай, твою мать. О! Тихо, тихо, тихо. На тебе, блин. Отвали ты, блин. Не спасу. Так, тут какой-то, блин, пинт ушами есть у этого босса, там его как-то легко убивают. А вот ни хера не помню как. Сейчас вот этот без жопы вылезет. Или не здесь. А, во-во-во, да-да-да-да. Не, а вот это вот. Неплохо получилось. О! Как мне нравится всегда. Ну чё там? Так. Дерево. Я, кстати, когда со своей будущей женой встречался, мне маман там, блин, предлагала. Вот там типа баба есть, девка, вернее. Примерно моего возраста. По связи со всей Сергеем, короче. Типа не хотишь или не. Мне жопа с грудями больше не кричит. Пойду в магаз схожу, продуктов куплю. Моя с работы придет, кушать приготовит. О. Хорошее дело. А сам что, не пробовал готовить? Кстати, блин, вот по своей работе, там часто бывал в командировках, я ж ни хрена не умел вообще готовить. Пришлось. Бля, думаю, сейчас на бочку свалится. И главное, получались некоторые супы даже вкуснее, чем, блин, у жены. Ну, правда, это может быть еще из-за того, что сам когда готовит. Блять, нахер я... А, ну да, я все равно буду... Нет, опять-таки завалили. Помню, последний раз ездил на месяц в командировку. В прошлом году. Удалось там чуваком встретиться, который, ну, из наших, короче, подразделений работает. Ну, такое банальное могу приготовить. Ну, приготовь, я думаю, будет приятно. Всякие браки по расчету — это не по мне. Я старого воспитания человек, но с современными взглядами. Ну, и, короче, там это... Договорились. Это, на хату, короче, забуриться с ним вместе. Эх ты ж, блин, как не допрыгнул. О, все, допрыгнул. Ну и там, блин. Закрывали, в общем, хату по 200. Оплатили по штукарю. Мясо. Вот мы там, блин. Ведро воды. И хрен туды. Охапку дров. И плов готов.
Блин, не успел среагировать. Я бы не с жизнью нафармил их. До сих пор 4. Никак не уменьшится. Вот как в этом, блин, на ютубе видос прикольный. Я немножечко укропа. Ну туда, кошачью попу, что там. Нет, там по-любому была эшка, наверное. Хотя тоже штука неплохая. А кстати, тут четкая идея, блин. Спидранер какой-то баг юзает. Поверху там скачет. Эмру. Не, не хочу готовить. Я ей другим способом сделаю приятно. Ну понял, понял. Мало ли, разнообразие. Ать! Думаю, прикольно. Какой самоуверенный парень. Ну, выйду. Бичник свой использует умело. Ай, бля, забыл, что тут надо. Сейчас буду страдать. Ну было бы иначе, она бы ради меня из семьи не ушла бы. Нифига себе. Семью тащить, блин, обеспечивающую балу. Мочь. Блин, забыл, мне еще за этим идти надо. Так, не забыть, надо где-то 16.50, наверное, сваливать. Будильник поставить. А то сейчас заболтаюсь. Так. В смысле от родителей? Или от бывшего мужа? Ну и семьи, но, скорее всего, ее уже семья была. Я думаю, если бы от родителей... Любовь там... зла. Полюбишь и фокусы.